Направо посмотрите, начинается уже город. Вот видно справа, посмотрите, сама семинария резервы перенесена. Она уже в новом районе Афин находится, вот там, где Олимпийский стадион. Меня тут матушка попросила вас немножко просветить о ситуации в Греции. Ну, в принципе, с античных времен мало что изменилось, имею в виду в головах. То есть греки по-прежнему встречаются в кафе, на том же Ареопаге, например. Там молодежь больше, конечно, любит это место. Общаются воины такие вот в юбках, как бы. Сейчас мы их увидим. А слева площадь Синтагма, вот это неспокойная и воюющая, но, как вы видите, все спокойно. Иногда потихоньку. Как-то душно. Да. Сейчас точно. Все, да. Все, да, Алексей? Еще два яйца. Ты уверен, что здесь можно снимать? А, пока на реконструкции можно потом взять. Есть, конечно, и платные, и с платными есть и бесплатные. Удобно? Вход стоит около 8 евро, но в этих пляжах они оборудованы всем необходимым. Есть и раздевалки, есть и бары, и кафетерии, все необходимое для отдыха. Святой Богородицы. Главный храм площади района Глифада. Сына.
Рицина переводится «смола». И в самом деле это единственное в мире вино, которое очень сильно отдает смолой. Вся эта история с древесной смолой пошла еще с древних времен, когда готовый продукт хранили в амфорах. Что кофейник должен быть маленьким. На дне остается осадок, а сам кофе получается с густой пеной. Полтора часа на всех видах транспорта. Это и трамвай, и метро, и автобус, и троллейбус. То есть единый билет на 90 минут. Да. То есть пробиваешь вначале, можешь пересаживать? Да, вначале пробиваешь, там высвечивается время. И затем в течение полтора часа вы можете по этому билету ездить. Да? Мама отвалит. Мы сейчас прямо на паром заедем, смотрите. Наверное, или нет, Лиля? Мы будем заходить? То есть вы все высадитесь, люди по своей по своему трапу пойдут, а автобусы по своему. Смотрите, какие лайнеры. Посмотрите, круизные вот сюда. Это круиз, да? Это круизные. Как называется, который зазвучало. Да.
храм, видите? Ну, с одной колокольни. Это значит не центральный храм. Видишь, видите он? А это тут с двумя, значит, это центральный. Значит, в семье Димаса и Василиса Кефалос и был крещен с именем Анастасий. Семья жила в Украине. Отправляемся. Так вот, то, что я вам прочитал, то, что святого Нектария оклеветали тогда в Александрии, он же приехал, в конце концов, на остров Эгино и учредил здесь монастырь. Дело в том, что до него здесь было очень... В Румынии. Было очередное чудо. Значит, у них просто не было в приходе, не было батюшки. И епископ просто не мог послать, потому что не было, не хватало. Была острая нехватка священника. Все на румынском языке, но внизу было подписано на греческом, что все выполнял батюшка Нектарий из, это самое, из Эгина, из острова Эгина. И фактически поняли, что это чудо именно святого Нектария, что он приехал вот так помочь людям, которые вот так молили о помощи. Это вот буквально 2 года назад произошло это вот в Румынии. Это было даже в газетах, я в интернете лично читал. Острову, и не была нехватка кофе. И экономка сказала, в это сегодня не будем, в следующий день, в смысле, день через день буду давать кофе. Сейчас 20, она приплывет. Путешествует, да? Угу. Ну, просто она следит друг за другом, потому что она проконтролирует. Где записки Лена взяла? Сейчас пойду. Я услышала. Даже 4. Пойду сейчас. А, зайдем сейчас помогу. Нет. Купим что-то. Пойдемте споем? Или вы уже пели? Мы уже пели. Помазали все. А записочки? А, нет, не читали. Ну, давай почитаем. Давай. Или здесь почитаем. А вы не послушали? Что? Сейчас только послушайте. Я же была здесь. Еще. Лен, там, там. Где? Там. Да, уже сразу в аэропорту встречаемся. Тогда. Мы будем утром оглашать все названия, где мы будем. Ну, это... Что он встает, берет такси, тогда добирается в аэропорт вместе с ним. Тогда, значит, надо вместе с ним быть, если мы вместе. Что ж у нас-то, да, заботьтесь друг о друге, следите друг за другом, уважайте друг друга. Это одна группа, просто вот один человек потерялся, уже сбил. Старик, и последняя литургия все-таки на Нектаре. Вы же видите, Христин очень любил... Как все время думала о кресте, о страдании Господа, и часто в виде креста фразы священного писания выписывала, как вот крест, целая книга, целый том, только с крестами выписывала. И потом уже друзья, знакомые делали с красками. Вот. Здесь его библиотека, маленькая часть из тех книг, которые он читал,
Ты очень много написал. Сейчас только начинают все это поднимать, переводить. Вот. Сейчас у нас какие-то нектары. И вот этот камень из основания вот дома семьи было, как мы уже говорили. Батюшка, можно стоять с вами сфотографировать? Да, где? Ну, хоть здесь. Давайте. Так. Вон Алексей сейчас придет. У него там фотоаппарат хороший. На пароходе, да. Домовы, наверное, расписывают его, да? Ну, видимо, да. Видимо, что-то делают. Ну, они, я думаю, там мозаику делают. Потому что вон там, видите, там вот мозаичная икона. Ага. Я думаю, что, скорее всего, мозаику делают. Если бы расписывали, краской воняло бы. Скорее всего, делают мозаичную. Дорого, но... Я думаю, что так. Ну вы же ездили, больше знаете. Ну да. Мы, ну сбоку вот так вот обычно. Это вот первый раз такое вижу. Ну. Здорово. А еще, может быть, мы будем быть в храме? Ну это ж. Да. Как бы это ж у них свои традиции. У нас если. Ну да. Видно и слышно далеко. Ну да. Здесь у них хор получается. Лиза, повернись.
С правой стороны. А, я смотрю, у них тут ремонт какой-то идет. Жалко, что не видно, он очень красивый. Это вот именно вот в античном стиле, которое выстроено здание. И вот буквально, это все университеты действующие. И соседнее здание с ним тоже. Вон то, которое это расписано фресками. А то третье по счету, это библиотека, городская библиотека. Классицизм. Все, не посмотрим. Кто сказал? Я только все регулирую, это сейчас мы куда едем? По пути следования автобуса. Мы выйдем на центральную площадь, которая называется площадь Аммонии. Аммония — это единство в переводе на греческий, на русский язык. Можем сказать до свидания материку. Здравствуй, мост. Вот справа как раз цементный завод. Справа там виднеется. Вся панорама впереди и слева. Моста были, так там вообще такое течение сильное. А там самое узкое место. Там, да. Туда идет водичка. Вчера вечером шла. Самое узкое место. Вот смотрите, обратите внимание, справа, слева, это самое. Там тоже приходят, подушки служат. Пока сейчас подышите воздухом, и все станет хорошо. Пойдем.
удачи, будет, будет удачи. Она обратно так. Метаморфозис, преображение. Чуть-чуть можно это глава святого Давида. Давид. Да. Пожалуйста, то, что мы читали, это небольшой кусочек, частица, да, главы Василия Великого. Это вот. А это Стефана, первого мученика Стефана. Архидиакон. Да. Архидиакон, простите. Значит, Василий Великий, святой Давид. Преподобный Давид. Thank you.
Это так свечки закрутили, положили. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе.
праведник Иоанна Русского, святаго пророка Божия Елизавета, наш Николай, епископ Мирлипийский, чудотворца, святого Лукет, епископа Крымского, исповедника, святого епископа Таврического, святого исповедника, великого князя Александра Невского, святого великого мученика, святого чудотворца Георгия, святаго преподобного Давида Ибейского, святых праведных Бога, Отец, святого Иоанна, святого Просто на грамотник. Это об эту икону из Москвы там подарили. Там, я не знаю, сколько тут видно, я сейчас не помню, кто его. Там неудобно все будет. Там праведного, да, на русский город Москва.